Друзья, сегодня я с отличной новостью для всего аудиофильского и меломанского сообщества. Совсем скоро, с 13 по 16 октября этого года, в Москве пройдет самая главная и самая долгожданная российская аудиовыставка Hi-Fi High-End Show. В этом году это мероприятие обещает быть еще более интересным и масштабным, чем в прошлом. Во-первых, на выставке, как всегда, будут представлены все мировые производители, которых мы знаем и любим. Плюс в этом году в Россию пришли новые бренды, и это шоу – лучший вариант посмотреть на них живьем и послушать, само собой. Во-вторых, любителям портатива и хэд-фай на 9 этаже будет устроена отдельная экспозиция с персональным аудио и наушниками. Вы сможете вдоволь наслушаться всеми монстр-девайсами, которые можно носить с собой. Само собой, по традиции, здесь будет и большой виниловый маркет, где будет много пластинок, от новых изданий до каких-то редких коллекционных пластинок. Думаю, что любителям покопаться в залежах дисков будет чем заняться. Кроме того, после годового перерыва снова состоится национальная премия Top High-End. 14 октября на Hi-Fi High-End Show будут объявлены победители в нескольких категориях. Но и это еще не все. 15 октября мы будем отмечать столетие российского джаза первым фестивалем-конкурсом Jazz Sound, который пройдет при поддержке Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. 9 джаз-бендов будут соревноваться в мастерстве исполнения в зале Бородино Холл на первом этаже. И вы сможете сравнить живое выступление с записями на классной high-end аппаратуре. Не пропустите. Так что, друзья, 13-16 октября, Москва, отель Бородино. Регистрация уже открыта на сайте выставки. Все подробности по ссылке в описании и в телеграм-канале Hi-Fi High-End Show.